дела в российской экономике идут неважно. Мировая экономика слишком сильно зависит от российского сырья. Выиграть войну санкциями невозможно. Войну всегда выигрывают оружием. Для Путина безработица – это вещь, которая неприемлема. Денег на такую войну у России хватит надолго. Прогноз МВФ для мировой экономики – это средняя температура по больнице. Что на самом деле происходит с российской экономикой и почему засекречиваются статистические отчеты? Ждать ли рецессии в Европе и США? И насколько Кремлю хватит денег вести полномасштабную войну? Подробный разговор о мировой экономике и прогнозах с бывшим первым заместителем председателя Центробанка России Сергеем Алексашенко и журналиста «Молдова-1» Дарьей Квинджей смотрите в среду, 17 августа в 12:30.